Сегодня олимпийский чемпион Серик Сапиев встретился с полицейскими области. И служба связана с физической выносливостью и спортом. Потому опыт золотого олимпийца и его тренера Александра Стрельникова привлек многих почитателей спортивного таланта нашего именитого земляка. Собравшиеся в актовом зале Департамента внутренних дел Карагандинской области полицейские встретили своего кумира стоя и бурными аплодисментами. Олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, обладатель кубка Вэлла Баркера Серик Сапиев, как всегда, скромен и лишен всяческого апломба. Начальник ДВД области генерал-майор Нурлан Рахимберлин приветствовал гостей. Для наших сотрудников выступление казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Лондоне стало ярким примером по праву достойным для подражания. Хочу отметить, что сестра Серика, наша сотрудница, инспектор дежурный Центра оперативного управления ДВД области. Людмила в свое время также занималась боксом, является чемпионкой города Абай по боксу, чемпионкой Карагандинской области, кандидатом мастера спорта. Со словами благодарности за поддержку в соревнованиях выступил заслуженный тренер Республики Казахстан, личный тренер Серика Сапиева Александр Стрельников. Победы в большом спорте стали возможны благодаря развитию массовых видов спорта. Об этом говорил и Серик Сапиев. Наши победы – это победа всего Казахстана. Мы чувствовали это, находясь в Лондоне. Знали, что как за нас болеют. Поэтому очень благодарны. Я думаю, ваша поддержка помогла нам завоевать эту медаль. Большое спасибо нашему президенту, что поддерживает спорт. Это, видите, по результатам видно, как поддерживает спорт. Вот вам 7 золотых медалей на Олимпиаде. Начальник ДВД области вручил гостям медали к 20-летию казахстанской полиции, а также вручил памятные подарки. Затем сотрудники полиции задавали множество вопросов гостям. К слову, в одном из полицейских Серик Сапиев узнал сокурсника по интернату для одаренных детей, капитана полиции Алмата Кажанова. Они тепло поприветствовали друг друга. Впереди Серика Сапиева ждет отдых, а затем, вполне вероятно, новые спортивные победы. Сергей Высокосов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. We'll be right back.